Она обычно не бегает по коридору? Нет. Он только у вас в комнате? Да. Он разве только из-за нас вырвался сегодня? Иди в комнату, включи себе мультик, смотри мультик. Смотри, твои тапки. Тапки где твои? Почему ты ему не разрешаешь бегать по квартиру? Ну, чтоб не шумел. Не шумел? Здесь спал и скрипучий, шумит постоянно. Соседи мне мешали. А ну, бегом в комнату! Бегом! Нет! Навернулся? Добегался? Не ссорь ты на меня! Сдался ты мне смотреть на тебя. Закрой ящик. Вы на этом диване спите? Нет, вот на этом. А почему именно на этом? А потому что здесь лучшая зона, чем здесь. Так фэншуй говорит. А вы обставили комнату по принципам фэншуя? Да, позже я сделал так, чтобы приблизиться к принципам фэншуя. Я обратилась к знакомому специалисту по фэншуй. Шестерка как раз соответствует моей благоприятной зоне. Я просто была поражена. Она говорит, интуиция, но вы из всех комнат вы выбрали ту, которая наиболее подходящая. Понимаете? Это же важно человеку, если он хочет прожить долго и счастливо. Правильно? Избавиться от негативной энергии? Да, вот можно. А, расположение вот мебели правильно, да, кровати правильно, гармонизирует вас с внешним пространством и позволяет вам не попадаться в глупые всякие истории. Здесь, в квартире, в каждой комнате живут другие жильцы. Они владеет каждой своей комнатой. Это совершенно разные договоры о собственности, совершенно как будто отдельная квартира. У них только места общего пользования общие. Кто-то в этих комнатах живет, кто-то владеет этой комнатой, но здесь не живет, а временно живут его соседи. Кто-то, вот как эта девушка, владеет комнатой, но сдает ее другим людям, которые живут здесь на праве аренды. Но Ире уже невыгодно сдавать свою комнату. Она хочет ее продать и получить как можно больше денег.